видел. Ну, угу, ребята, вы посмотрите, какой у меня рот, что я могу ним делать. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребятки, и мы продолжаем играть, ребятки, в Тести Блю. Так, ребятки, ну что ж, погнали, поплыли, ребятки, в прошлый раз мы с вами, ребятки, сколько всего сделали в этой крутой игре, что теперь мы опять стали немножко маленькими, а это, наверное, так же сам, ребятки, как и в съедобной планете. То есть, со временем я становлюсь тоже, ребятки, довольно-таки маленьким. Так, ну что ж, погнали, ребят. Так, крабов мы еще пока хавать не можем. Зато... О, уже крабов можем. О, все, ням-ням-ням. Все отлично. Скоро мы, наверное, сможем... Ой, селедочка. Как же здесь вкусно все. Ням-ням-ням-ням-ням. Ребятки, вы только посмотрите. Я даже хаваю крабиков, которые... Ой-ой-ой, я дядя развалил, ребята, эту. Крабик, плыви ко мне в ротик. Так, отлично. Ребята, я дядя развалил только что кладочку, где он ловил рыбу. И все. И он плавает и кричит: «Помогите, помогите, спасите меня, спасите!» Так, а мы, ребятки, давайте дальше с вами будем плавать. Так, ребятки, что это за чаечки здесь? Так, давайте их схаваем вот так вот, все, отличненько. О, все, мы съели чувака, ребят, вы видели? Отлично, второго, ого, и даже плотину, ребята, мы съели. Остатки, ребятки, от этой кладочки мы тоже, ребятки, съедаем, и это просто... Ребятки, замечательно. Ням-ням-ням-ням-ням. Круто, ребятки. Отлично. Просто супер. Так, ну что ж, поехали. Что у нас дальше здесь-то? Ой-ой-ой, а здесь, ребята, крабики уже такие огромные в пещерах под водой. Посмотрите, ребята. Вот это да. Давайте как-то их потихонечку будем хавать. Потому что, ребятки, это не шуточки. Так, отлично, отлично. Отлично. Ай-яй, убежал от меня. Так, отличненько. Иди сюда, я тебя съем. Иди сюда еще раз, иди сюда. Ням-ням-ням-ням-ням. Ребятки, посмотрите, я уже довольно-таки большой вырос, ребятки, в размерах. И я с гордостью могу себя называть, ребятки, большой золотой рыбой. Потому что, ребятки, я уже вырос не в шутку. Так, ням-ням-ням, отличненько. Так, давайте поплывем вот сюда. Ням-ням-ням, съедим вот этих крабиков. Так, скоро, я надеюсь, ребятки, мы уже должны хавать не только крабиков, но и кого-то еще, ребятки. О, посмотрите, открыто. Больше стало места, ребятки, пространства для того, чтобы мне ловить здесь крабиков. Круто, не правда ли, ребят? Скажите, посмотрите, сколько здесь, ребятки, для меня припасли вкуснятины. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как же это просто вкусно, ребята. Так, так, так. Так, идем дальше, идем, идем. Ага, вот, смотрите, здесь тоже, ребятки, много очень крабиков. Давайте, собственно, с вами их сейчас всех и съедим. Ой, ням-ням-ням. Я рыба, и мне нужно, ребятки, питаться довольно-таки быстро. Так, ребяточки, ну что, давайте поседаем этих крабиков. В прошлый раз мы, ребята, вы видели, какие мы большие были в прошлый раз. И съедали много всего, даже съедали людей на лодках, ребята. О, крабики, смотрите, по дну морского океана ползут. И мы их с удовольствием, ребятки, съедаем с вами. Это просто отлично, это просто, ребятки, я хочу даже сказать, круто. Так, ням-ням-ням, ням-ням-ням, дайте мне еще крабика, пожалуйста. Ням-ням-ням, как же вкусно, ох, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, отличненько. Так, ребятки, я думаю, я скоро должен вырасти и, наверное, пройти все-таки этот уровень, потому что что-то мы, ребятки, на этом уровне в действительности немножко подзадержались. Но ничего, я думаю, что мы с вами реально эту проблему решим. Сейчас мы уже должны пройти этот уровень. Отлично, ребятки, и мы с вами прошли этот уровень. И это просто, ребятки, замечательно. Ну что ж, ребятки, переходим на следующий. Погнали. А следующий у нас что здесь? Ребятки, какие-то уточки надувные. И здесь крабы какие-то большие. А, ребятки, я буду собирать крышки от пива. Это единственное, ребятки, в этом уровне, что я пока что могу кушать. На крабиков пока попадать не надо. Потому что, ребятки, они нас с легкостью могут съесть. Так, отлично. О, ням-ням-ням-ням-ням, ребята. Вот это да. Вы только посмотрите, ребятки, как я кушаю
этих крабиков. Уток пока, ребятки, кушать не могу. Утки пока, уток пока кушать не могу. Но, тем не менее, ребятки, поплыли сюда. Ой, сколько здесь крабиков для меня. Не крабиков, а креветок, ребят, извиняюсь. Так. Ну, и уже маленьких... А, нет, это была это, ребятки, крышка и... Ребятки, еще что-то там было. Ага, вот. Ням-ням-ням-ням-ням. Жемчуг, ребятки. О, все, ребятки, мы даже уток съели. Вы слышали, как они прикольно замычали, ребята? Так, 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 давайте. Отличненько, просто что-то. О, все, ребята, я даже крабов могу хавать. Маленьких, ребятки, крабиков. Маленькие крабики идут, ребятки. Ох, ням-ням-ням-ням-ням. Как же вкусно. О, отличненько, ребятки, уточка. Вы видели, ребятки, мы уточку только что опять с вами сожрали. Это просто, ребятки, замечательно. О, даже большие крабы, ребята, пошли уже в ход. И даже водоросли, ребят, вы только посмотрите. Ну, ого, ребята, вы посмотрите, какой у меня рот, что я могу ним делать. Ам-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, вот это круто. Вот это классно, ребятки. Мы с удовольствием с вами прошли этот уровень и продолжаем нашу эпическую игру, ребятки, дальше. Ну что ж, поехали. Так, ребятки, ну что, здесь для нас водолазы и сель... Вау, подводная лодка чуть не сбила меня, ребятки, вы видели? Люди на таких специальных подводных лодках. Так, давайте, ребятки, водолазов не зацеплять и охавать эту селедочку. Селедочка вкусная, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, что у нас дальше? Ага, здесь тоже селедка водится. В каждом углу, ребятки, водится селедка. Вон, ребятки, даже сокровища, но я их не могу пока съесть. Вы видели, даже ящик, сундук с сокровищами лежит на дне. Водолазы, вот, наверное, его, ребятки, ищут, ищут, а найти не могут. Так, подождите, подождите, подождите. Куда же мне, ребятки, плыть? Ням-ням-ням-ням-ням, как же вкусно. Вау, круто. Давай еще раз, отлично, отлично, отлично. Ох, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, как же вкусно, ребятки, вы просто себе... О, ребятки, мы съели этот чемодан с сокровищами, сундук. Ой, даже человека съели, ребят, вы видели? Посмотрите, посмотрите, все, ребятки, мы начали хавать водолазов. Это уже означает, что мы довольно-таки крупная рыба-хищник, ребята. И с легкостью мы начинаем хавать всех этих, ребятки, препятствий. Ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ох, как вкусно, ох, как вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, отличненько, отлично. Так, ребятки, посмотрите, я уже практически 2 метра. Я думаю, мне сейчас дадут локацию побольше, чтобы я мог, ребятки, наслаждаться, ну, не только водолазами, но и подводными лодками вот этими. Все, ребята. Все, ребят, ого, ребята, подводные машины. Машины, ребятки, которые плавают под водой специальные, вы видите? А что же нам с ними делать? Нам надо тоже их кушать, что ли? Наверное, да, ребятки, но пока не сейчас. Пока нам нужно еще, ребятки, немножко подрасти, чтобы их кушать. А потом уже, я думаю, будет все остальное. Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ох, как вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ох, отлично, отлично, отлично. Ох, круто. Так, идем дальше, ребята. Вот эти машины пока мы не можем никак на них повлиять. Но пока приходится нам хавать водолазов. Водолазов и, наверное, ребятки, подводных лодок. Потому что пока мы не можем повлиять на автомобиль, ребятки, никаким образом. Сейчас я немножко вырасту, ребятки. Я вам покажу. О, все, ребята, я научился хавать автомобили. Вы только посмотрите, ребятки. Вы только посмотрите, чем я занимаюсь. Я здесь хаваю на дне морского дна автомобили. Ребята, какие же они вкусные. Ням-ням-ням. Вот это реально круто. Вот это я реально понимаю. Вот это да. Так, отлично, 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 отлично. Ох, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, ребята. Ох, ням-ням-ням-ням. Как же вкусно, ребятки, вкуснотища. Просто можно объесться. Так, а куда же нам плыть? А, отличненько, сюда. Все, ребята. Так, сюда приплыли. Так, 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 так. Осталось еще, ребятки, вот эти всех поедать. И мы с вами прошли практически, ребятки, этот уровень. Так, дайте мне еще, наверное, съесть машинку, ребятки. Ох, ребятки, отлично. Вы видели, мы сколько съели автомобилей сразу, ребята? Круто.
Так, о, ребятки, вот только посмотрите, сколько мы, ребятки, съедаем всего, насколько мы уже 6,5, ребятки, метров, и мы уже очень довольно-таки, ребятки, огромная рыба, дорогие друзья. И мы, ребятки, прошли с вами этот уровень, и это, ребятки, просто замечательно, дорогие друзья. Так, ребятки, ну что ж, этот эпизод на канале Вечное Детство подошел к концу. Я, ребятки, с вами прощаюсь, с вами был, как всегда, Юра, ребятки. Подпишитесь, ребятки, обязательно на мой канал, поставьте пальчик вверх и оставьте какой-нибудь комментарий, дорогие друзья. Мне будет очень приятно. По возможности, ребятки, я на них буду отвечать, и мы совместно будем проходить с вами игры. Ну что ж, дорогие друзья, пока-пока. Мы играли в Tasty Blue. Встретимся, ребятки, в следующих сериях. Пока-пока.